Всем привет, дорогие зрители! С вами канал «Недвижимость в Турции» Paradise Alanya. Я сегодня приехал в район Махмутла. Хочу предоставить вам хороший вариант 1 плюс 1 в хорошем комплексе, который был сдан год назад. Квартира где-то у нас 45-46 квадратных метров, вся полезная площадь вместе с балконом. Теплый пол по всей квартире, как мне сказали хозяева. Начнем с санузла. Есть вся инфраструктура. Не закрываем ролик, досматриваем до конца. Не хочу томить вас, сразу снял квартиру. Крытая парковка, крытый бассейн, сауна, хамам, открытый большой бассейн, добавочный еще бассейн открытый есть с горками. Спальня нормально. Где-то 11,5-12,5 квадратных метров минимум. Потому что есть куда поставить шкаф. Бытовая техника, вся фирма Archilic, инвертор, наверное, А++. Вот такой хороший холодильник, стиральная машинка, посудомойка. Айдат у этого комплекса 50 евро. Ну, все с доводчиками, нормально. До потолка. Высокие потолки 290 сантиметров. Сторона восточная. Смотрит на эту стену. Балкон большой. Тихо, спокойно. Дороги рядом нету. Восточная сторона. В той стороне море. Там. Вот эта детская игровая площадка снизу. Хороший вариант за хорошие деньги. Спускаюсь вниз, показываю всю инфраструктуру и огромную территорию этого комплекса. Вот такой коридорчик. Тут два лифта. Пятнадцать этажей, состоит из трех блоков. Вышел я, сейчас здесь инфраструктуру вам покажу. Вот лобби. Здесь просто комната. Сауна, туалет, спа-центр. Что-то там можно сами включить. Турецкая баня. Хамам. Душевые кабинки. Римская парная комната. Тут крытый бассейн, тут есть маленькая джакузи, вот крытый бассейн. Массаж есть, можете заказать, сдано, кажется, в аренду. Вот такие массажные комнаты здесь, вот еще одна здесь, ну, 2, 3, 4. Спа-центр в этом же блоке, наверху ресторан, первый этаж, это второй этаж от земли, как бы. Вот детская игровая комната, там кухня, здесь не знаю, что будет. Так, и фитнес в этом же блоке. Вот фитнес-зал. Сюда покажу я вам первый бассейн большой. Вот огромный бассейн. Открытая парковка там, а также крытая парковка, вход в той стороне. Айдат, еще раз скажу, 50 евро. Может быть 53, 55, но приблизительно 50, как мне сказать. Что-то
кухня, можно как-то день рождения тут что-то отметить. Что еще тут есть? Ну, вроде все. Так, там зона барбекю. Второй бассейн с горочкой отдельный от другого бассейна. Расстояние до моря максимум 450-500 метров. Рядом есть вся инфраструктура для жизни. Есть баскетбольная маленькая площадка. Вот. Вроде все. Крытая парковка. Цена этой квартиры 93 тысячи евро. Пишите, звоните по номеру плюс 90-555-064-9110. С вами был Агасий, Солнечный Алания, район Махмутла. Всем пока-пока.